Руслан! Холосен, Джон? Потом поговорим. Рад тебя видеть, дорогой. Я им говорила, что вы заняты. Все нормально. Присаживайтесь. Чай, кофе? Не надо. Жеки, чё пропал? Понимаешь, Руслан, я деловой человек. У меня бывают встречи. Многие из них важные. И я не могу отвечать на звонки в это время. Или звонить. Ты чё, не мог в течение 2 месяцев найти 1 свободную минуту для друга? Позвонить, узнать, как у меня дела, как продвигаются наши дела. А, кстати, как продвигаются наши дела? Ты по поводу доли в заводе? Да. Знаешь, прошло много времени, кое-что изменилось. Сейчас работать очень трудно. В общем, мой партнер сказал, что не получится. Какой партнер? Я давно тебе хотел сказать. У меня есть партнер. Кстати, очень влиятельный человек. Жан, я что-то не пойму. Ты о чем? Руслан, я знал, что ты будешь сердиться. Но я хотел, чтобы мы встретились втроем и все обсудили. Как раз ты с ним познакомишься и все говоришь. Гандон ты, Жан. Ты что подумал, что я так все это оставлю, после всего, что сделал для тебя? Ты что, сбрить меня решил? Да ты что, Руслан? Ну, мы же друзья. Какой нахрен партнер? Короче, организуй встречу. Я сам с ним хочу поговорить. Скажешь, где и когда. Понял? Рус. В принципе, я все понял. Но мне надо было как-то начать разговор. Братан, а что случилось? Эй, шакал. Обещал долю на заводе за московский развод. Теперь заднюю включение. Можешь наказать его? Я сначала хочу на его партнера посмотреть. Потом решим.